представляет Дмитрий Алиев, Санкт-Петербург, Республика Коми. Для чемпиона Европы Дмитрия Алиева Красноярск в свое время стал таким трамплином как раз-таки к тому триумфу начала 2020 года. Именно здесь Дмитрий Алиев стал чемпионом страны, чемпионом России впервые. Ну и, кстати, новый сезон он тоже начал очень достойно, победив на турнире памяти Николая Панина Коломенкина с очень приличным результатом в почти 290 баллов. Дмитрий Алиев. Сядем вдвоем на крылечке до утра, до утра. Поговорим о том, о сём. Та-да-дым, та-да-дам, та-да-дам. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлички, благодать. Река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка оладушек с присказками. Русскими и чудными будут они, с костяникой очень вкусные. А река течет, мой солнечный дед был балагур. Та-да-дым, та-да-дам, та-да-дам. Солнечный дед выиграл войну и вернулся домой в ордена. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка оладушек. Будут они русскими, грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый повар, а река течет, и кровь моя течет, и дедов, и отцов. А река течет, а река течет, а река течет, а река течет. А река течет. Ну, вот это по-русски. Это очень русская душевная программа, душевная музыка. Невероятный фильм. Обязательно посмотрите, саундтреком которому эта песня является.